Будет ли бросок? Наброс на ворота. Гол! Вы не поверите, это не наброс. Своих подопечных тренера команд. Смотрите, какой сольный проход. Демонстрирует Владимир Фомин. Один всех обыграл. Всех обыграл. Но там Федор Кузнецов. Сейчас плечом игрок команды. Черт соперника. Но все там играл. Аккуратно стали играть игроки. Ой, а здесь голову. Удар. Попал в коробочку. Момент потрясающий именно, когда спас Войко. Еще выход, еще момент, повторя, нет уже в рамке, там защитник скрывает лишний угол. Чьян в тачке, в конце концов, что шайба уйдет. Отмечаем 21 номер Андрей Клочко, нападающий. Слушаем из крюка, как близко это было. И сцепились игроки, здесь один на один, не дают им пути разойтись. Хотя желание-то было, у них, конечно, подраться, выпустить эмоции, удаление. Потерян темп. Сезон здорово ассистирует, надо забивать Локомотиву, конечно, такие моменты, и к ним бережно относиться, но Бондарев выкатывается из ворот и здесь спасает свою команду, щитком добираясь до шайбы. Домик остался, судя по всему. Степан Гончаров шайбу отправить. Федоров. Нет положения игры, можно играть, правда. Правда, что дальше? А дальше опасный гол! Ворота сдвинуты, но сначала что было? Сначала что было? Шайба пересекла линию или нет? Очень важный момент. Важнейший момент для арбитров, что они будут решать. Пока что счет не меняется, но это гол, друзья, скорее всего. Неужели? Ну вот совещание, а у нас просмотр момента. Давайте смотреть, какой момент были сдвинуты ворота. До! Ворота сдвинуты до. А вот и есть возможность видео. Видимо, будет все-таки смотреть. Будут смотреть арбитры. Это интересный момент, друзья, это редкость. Итак, решение. Шайба засчитана! Шайба засчитана, друзья! Лока. Бросок и гол, и вот, пожалуйста, отличный розыгрыш. Никита Мальков, 10-й номер. Форвард Лока 2004, сравнивает счет и вновь реализации. Оставляет свою команду играть 4-5. Это шанс. Динамо, ЦСКА, Спартак, Локомотив, Витязь, Локомотив 2004. Вот команды, которые набрали по 3 очка. Соответственно, сейчас, наверное, посмотрим за атакой ЦСКА, которая заканчивается, кстати говоря, голом 1-0. Отложим статистику на потом, потому что эта статистика меняется прямо сейчас. Как и счет на табло. Быстрая, достаточно разящая контратака. Получилось 2-1, и здесь не пожадничал ни разу
98-й номер ЦСКА Никита Громаков. В итоге ассистировал на Ярослава Степанова. Ярослав Степанов не промахнулся. Пас, бросок, гол! Получили момент динамовцы и реализовали его. СН Гендунов забивает победную шайбу. Динамо выигрывает со счетом 4-3 в овертайме. Что же, огромное спасибо командам, которые показали нам классный хоккей. Спасибо зрителям, которые вместе с нами наблюдали за этой трансляцией. До новых встреч. Смотрите лучшие моменты этого поединка. Я говорю вам до свидания. Всего хорошего. Смотрите хоккей. Любите хоккей, будете играть в хоккей. Пока-пока. И вторая влетает, потому что в такой-то, где защитники. Ау! Второй гол. Белые медведи. Подкушал момент на дальней штанге. Ярослав Белов. Блин, ну вот этот момент вот создавали партнеры. Много опасно атаковали. И в конце концов Белов над щитком вратаря шайбу в ближний угол. Очень достаточно простой гол. Владимир Сафонов, 32 номер, да. Заворот, и заворот, гол! И гол забивает, вот это да, ну как же так, упустили защиту, вратарь не успел. Там называли ЛСКА. Да, я к таковым не отношусь к его кадровому матчу, но хочется, конечно, хочется исторически правильно говорить. И сейчас ЦСКА забрасывает пятую шайбу в ворота Локомотива. Как же они здорово раскатали эту комбинацию. Лока не выдержал, не устоял. В концовке периода все-таки пропустили ярославцы. Эх, забей, они тогда сделают 2-2. Все пошло бы по-другому, возможно, сценарию. Ну а здесь в завершении игры. Классно, классно разыграли и долгожданный гол капитана команды «Метеор» Максима Соколова. Ну сколько он сегодня раз удалялся, и где-то обоснованное, правда, удаление было, где-то нет. И эмоции были не нужны лишние, но вот здесь работал отлично, так как и должен делать капитан. И поучаствовал в атаке завершения. Сделал этот гол. Я Локомотиву, он не стал его автором, но, конечно, вложил в него.
максимум своих возможностей, но ЦСКА тут же отвечает своим взятием ворот, давая понять Локомотиву, что никакого камбэка тут не будет. Сейчас будем разбираться по авторству шайбы и той, и другой. Очень динамично все произошло. Здесь 1 на 1. Красавец, конечно, пробор вольный. Ну и затем атака мощная. Здесь Никита Овчаров. Пускаю шайбу. И он атаку провести. Здорово. И дальше что? Дальше гол. Дальше гол в меньшинстве. Крылья забивают. Андрей Кружал великолепно переигрывает голкипера. Михаил Петухов стоялся без дела. И первый серьезный эпизод у его ворот заканчивается взятием этих самых ворот. 2-1. Крылья в меньшинстве сокращают отставание в счете. Писание 2-0 сделали. Уверенно, собственно, держит это преимущество, не давая особо размахнуться Локо. Хотя Локо-то размахнулся! И есть шайба в воротах ЦСКА. На последней минуте первого периода Локомотив забрасывает. Причем делает это красиво достаточно. И, наверное, запишут передачу, хотя, ну смотрите, все сам сделал. Как раскидал оборону ЦСКА 12 номер железнодорожников Сергей Черняев. Ответит нам только лишь Сергей Черняев. Как ему это удалось сделать? Уверенно идет к победе. Еще раз Кушаев оформляет. 21 номер на этот раз. Точно Андрей Клочко становится автором шайбы. Великолепный проход. Резал угол с правого фланга, обыграв попутно двоих игроков. И так вот эффектно и эффективно в падении переправил шайбу в сетку ворот соперника. 6-2.